еще одну замену готовят. По-моему, идут какие-то переговоры с Предрагом Мияновичем. Миянович здесь немного прихрамывал. Я смотрю, что оставил 9-го номера югославской команды Мияновича Юрген Коллер и побежал вперед помогать своим нападающим. Гол! Ну вот видите, немцы все-таки добились своего. И гол-то, в общем-то, тоже не вполне логичен. Неспроста нам показывают Андреаса Кёпки. Он ошибся в первом мяче, в первом случае. И сейчас, смотрите, рикошет, да. Рикошет от футболиста, который пытался остановить эту передачу. Ну как здесь мог помешать этому мячу Ивица Краль? По-моему, это 11 номер. По-моему, это 11 номер сборной Югославии. Петрович покинул поле А.